Путешествие Адлерской колонны началось от парка культуры и отдыха на улице Ромашек. Там же прошла основная торжественная часть. Затем тысячи жителей Адлерского района с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек проследовали по улицам Ленина, Калинина, вышли на Морскую набережную, на улицу Просвещения, затем повернули к Аллее Славы, где состоялся митинг памяти. Стоит отметить, что в этой акции приняло участие большое количество детей, которые прекрасно знают историю подвигов своих предков. Это мой прадед Киволк. Он умер без вести пропавший в 1942 году. Бондар Михаил Захарович родился в 1910 году, дошел до Германии, награды за боевые заслуги, победа над Германией третьей степени. При прорыве обороны обнаружил танковый пулемет противника и огнем своего ружья разбил 4 танка противника. Мой прапрадед Блинков Василий Леонтьевич, он был офицером, дошел до Берлина и вернулся домой. Шествие бессмертного полка в Адлере прошло впервые, и, судя по числу участников, акция станет постоянной.